Есть у меня одна история, когда человек вложил 1 миллиард в открытие нового питомника в Крыму. Он купил землю, закупил саженцы, привез их, посадил. На территории этого питомника была речка, но все мы знаем такую историю, когда перекрыли с одной стороны воду, и эта речка, во-первых, обмельчала, во-вторых, государство развернуло ее в пользу питьевой воды, и питомник просто закрылся. И вот так человек потерял 1 миллиард рублей просто из-за отсутствия воды. И сейчас я вам расскажу, какие ошибки совершают при проектировании нового питомника, при проектировании новых полей, какие ошибки совершали мы. Расскажу личный опыт, наши ошибки, как мы ушли от них, к какому поливу мы пришли. Все я вам подробно расскажу с ценами, где мы заказываем полив, как мы проектируем, вообще с чего начинается проектирование полива. Итак, мы на контейнерной площадке, и я вам сейчас расскажу, как у нас устроен здесь полив. Вся контейнерная площадка разбита на сектора, у нас они по 20 метров. Для чего это сделано? Для того, чтобы наши стойки, наш полив перекрывал друг друга. То есть у нас стойка бьет на 12 метров, мы делаем перекрытие примерно 2 метра, чтобы не было слепых зон. Поэтому у нас все наши площадки по 20 метров. На контейнерке мы используем только израильские сплинктора. Я с ними работаю больше 8 лет, и никаких к ним нареканий нет. Вот эти сплинктора были куплены в 2021 году, установлены на эту контейнерную площадку, работают до сих пор. Если их не трогают руками, то есть у нас в питомнике штраф, если человек просто прикасается вот так к стойке, если он повесил одежду, если он докоснулся до сплинктеров, у нас штраф 1000 рублей. Они очень нежные, их нельзя трогать, на них нельзя вешать, они из-за этого ломаются, поэтому ввели такие меры, они необходимы. Если не полить наши растения, например, вот эту лапчатку, если не полить в жару, один день, мы на следующий день увидим ее засохшей. Как мы делаем наши стойки? Мы берем бэушные 5 или 10 литровые контейнеры, вырезаем с них дно и заливаем их бетоном. То есть стойка мобильная, мы в любой момент открутили сиделку, один человек берет эту стойку и переставляет туда, куда нужно. Полив мы не закапываем, лучше мобильный. Если завтра что-то поменялось, если мы хотим здесь построить, я не знаю, теплицу, ангар, мы просто этот полив свернули, убрали, и не надо ничего выкапывать. Также на каждой стойке обязательно у нас краник. Для чего это нужно? Если завтра эта лапчатка уезжает с этого сектора, у нас воды катастрофически не хватает, мы не будем поливать пустую площадку. То есть мы просто закрываем стойку, и вода лишняя не выливается в никуда. Все стойки регулируются, то есть они поливают только то место, которое нам нужно поливать. То есть вот эти вот язычки, они выставляются, и стойка не поливает дорогу. Мы поливаем только контейнерную площадку. Также в этих сплинктерах регулируется высота и угол полива и размер капли. Для чего это нужно? Например, если у нас стоит 5-литровый контейнера, там капля нужна побольше, мы делаем побольше. Если у нас стоит, например, 1,3, там капля все-таки нужна поменьше, мы убавляем полив, тем самым мы опять экономим воду, мы экономим время полива и делаем наш полив более качественным. Еще важное при проектировании всех контейнерных площадок – это разуклонка. Это очень важно. Мы вызываем грейдер, делаем разуклонку в две стороны от контейнерной площадки, либо в одну сторону, чтобы вся лишняя вода по нашей пленке стекала в дренаж. И этот дренаж закольцованный, он уходит в наш пруд, чтобы мы не теряли воду. Это нас очень сильно спасает, очень много экономит нам воды, чтобы лишняя вода просто не впитывала землю и не уходила в никуда. Кстати, 10 августа в нашем питомнике пройдет день открытых дверей. Мастер-майнд, лекторий на тему маркетинга в зеленом бизнесе, экскурсия по нашему питомнику, знакомство с нашей командой, спецпредложения для гостей. В прошлом году одному из наших клиентов, который был уверен, что невозможно что-то где-то выиграть, свалилась на голову новенькая квартира в Москве. А вот кто становится обладателем квартиры в Москве? Просто свалилась эта квартира на голову. В этом году мы повторим. Мы снова разыграем квартиру в Москве, а еще растения нашего питомника, контейнеры с нашего завода и многое другое. Приезжайте 10 августа. Питомник растений Венев. Будет интересно. Как устроен полив на подгрузочной площадке? У нас есть вот такие вот стойки, мобильные, легкие сплинктера и мягкий шланг. То есть где у нас есть заказы, мы туда подтаскиваем эти стойки, открываем кран, включается полив и поливаем нашу контейнерную площадку. Вот такие мобильные стойки
Удобно, просто, дешево и сердито. Мы сейчас находимся в самой верхней точке нашего питомника, и у нас здесь находится наш основной накопитель, с которого производится полив всего нашего питомника. Этот накопитель застелен пленкой, чтобы вода не уходила с него. То есть мы со всех наших резервных прудов, со всех аккумуляторов скачиваем воду сюда и уже отсюда раздаем воду по всему питомнику. Самая главная проблема прудов, это цветение. Как вы видите, сзади меня находится тина, мы ее постоянно убираем. От этого никуда не деться, это фотосинтез. То есть, чтобы от этого избавиться, надо пруд целиком накрыть пленкой. Это дорого. Поэтому мы пока что просто убираем эту тину с очками. Вот она как раз валяется. Мы раз в неделю проходим, с очками все это дело убираем. Если этого не делать, то тина забьет вам все ваши фильтра. Если фильтров нет, то тина забьет вам весь ваш и капельный полив, и сплинктера, и тогда вы просто станете с поливом. Поэтому это процедура делается регулярно, раз в неделю мы проходимся с очками. Этот пруд делался в 2020 году, он на 5000 кубов, обошелся он примерно в 2 миллиона рублей. Его делали сами, купили только пленку, техника была своя, сейчас таких цен уже нет, пленка стоит очень дорого. Можно купить пленку дешевую, она рвется, разрушается от солнца, разрушается от морозов. Я лично видел, когда у ребят рвалась пленка, когда вот лед встает, и потом лед тает, и потом в этих местах, где стоял лед, там происходят трещины, порывы. Пленка хорошая, стоит очень дорого. Мы не стелим наши дополнительные пруды, мы на них делаем глиняные замки. В принципе, вода не уходит, нас это спасает, нас это устраивает. Пленка нужна, так как мы аккумулируем сюда воду, вода здесь отстаивается и уже раздается по всем нашим полям. Это самая нижняя точка пруда. Пруд немножко сделан на скос. И здесь стоит всас с поплавком. Там стоит сетка, фильтр, который не дает большому мусору попасть в наш фильтр. Мелкий все-таки проходит. У нас стоит фильтр. Я вам сейчас его покажу. Фильтр самоочищающийся. То есть, когда система понимает, что фильтр забился, она начинает его чистить. Идет сброс грязной воды обратно в пруд. То есть, вот по такому принципу работает наша система фильтрации. Поплавок находится на мягкой трубе. И когда вода опускается, то поплавок опускается вместе с трубой. Пробовали делать на жесткую. Тоже была наша ошибка. Попробовали сделать на толстую жесткую трубу. При опускании уровня воды в пруде у нас надламывал трубу вместе с стыка. Как я и говорил, наш пруд сделан немножко с уклоном в эту сторону, тут самая нижняя часть, но входящая труба находится в той стороне пруда. Вода, попадая в наш основной пруд, она отстаивается и уже чистая подходит к нашему насосу. Мы раз в год в октябре месяце выкачиваем пруд полностью, вообще до нуля, вычерпываем всю оставшуюся воду, и примерно 2 КАМАЗа песка вот с этого вот пруда мы собираем. То есть пруд небольшой, но тем не менее мы в прошлом году собрали почти 2 полных КАМАЗа песка. Весь этот песок находится в основном в той части пруда, потому что входящая труба там. Как я и говорил, вода попадает в этот пруд, песок осаживается, и уже сюда подходит чистая вода. В планах через месяц мы выходим на установку забора вокруг вот этого пруда. Для чего это нужно? Пленка очень скользкая, и часто попадают сюда животные, косули, лисы, зайцы. Попадая в этот пруд, они просто не выбираются, не смогут выбраться и тонут. Для людей у нас установлены тросы, вот поддоны, также поплавок. Если человек сюда, не дай бог, упадет, он сможет выбраться. А так, если не будет трапа, троса или трубы, которая идет на всас, человек просто не выберется отсюда. Пленка очень скользкая, реально очень скользкая. Рабочие, которые купались здесь, они просто физически не могли выбраться, пробовали выбраться, но не получается. Поэтому вот мы сделали трос. В идеале мы хотим через месяц закрыть этот накопитель целиком забором двухметровым, чтобы сюда исключить малейший доступ и животных, и рабочих. Понравились растения из этого ролика? Появилось непреодолимое желание их приобрести? Самые лучшие цены и спецпредложения на сайте питомника растений Венёв. Переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Так, это наша первая насосная станция, на которой мы набили себе шишки и теперь понимаем, как нам надо делать полив и как нам не надо делать полив. Раньше мы пытались сэкономить, раньше мы пытались спроектировать все сами, и у нас это не получалось. Теперь мы делаем иначе, есть такая компания «Институт полива», мы звоним туда, я им скидываю геолокацию с нашего поля, размеры поля и что я хочу. Они нам делают проект, мы по этому проекту у них заказываем материал. Если нам нужно шеф-монтаж на насосное оборудование, на фильтра, на систему питания, мы заказываем у них. И ребята приезжают, делают все под ключ. Вот такие вот ребята, всем советую. Цены у них хорошие, условия оплаты тоже хорошие. Мы с ними договариваемся, дают отсрочки, дают
скидки, поэтому не надо ничего придумывать. Зачем придумывать велосипед, когда есть специалисты, типа Институт полива, которые занимаются непосредственно поливом под питомники, под сады. И когда люди пытаются экономить деньги, они отдают эти, как это говорит, скупой платят дважды. То есть мы на этом себе набили шишки, мы это все прошли, мы заказали первую насосную станцию сами. Заказали насос тот, но очень большой. То есть есть сейчас насос спидролла, который в разы меньше, чем этот насос. Я вам его покажу. Мы доедем на новые поля, там еще одна насосная станция. И вы увидите разницу. Вот это насос, все это насос. Вот такой вот большой электромотор, который потребляет колоссальное количество энергии. Вот такой вот насос, да, он производительный, он дает 180 кубов в час на наш полив, но он очень громоздкий, очень много стоит и очень много ест электричества. Хотя можно было реально заказать маленький педроловский насос, который будет делать ту же самую работу, но в два раза будет меньше есть электричества и тратить наши деньги. Также ошибка была тоже от незнания, от экономии. Мы не ставили частотный преобразователь. То есть сразу 380 подавалось на наш насос, он сразу на больших оборотах начинал работать. В итоге у нас пригорели все контакты, и вышел насос из строя. И вы понимаете, если в сезон, в полив, в жару не будет работать насос хотя бы сутки, потери питомника будут просто 1 000 000 рублей. Мы это все прошли на своей шкуре, набили себе шишки, купили частотный преобразователь, который постепенно начинает раскручивать наш насос, давая нам нужные обороты. Единственное, что из этого хорошего мы купили, это фильтр. То есть он сам знает, когда ему чистится, труба для сброса грязной воды. Вы видели наш накопитель. Все-таки присутствует мусор в накопителе, тина. Она, так или иначе, они попадают в нашу систему полива. И чтобы этого избежать, стоит вот такой вот прекрасный фильтр. Он сам себя чистит. По-моему, раз в 2 месяца мы покупаем на него фильтрующие элементы и меняем их. Надежный, неприхотливый, 3-й год у нас работает, нас устраивает. Это наша 2-я насосная станция, и, как вы можете заметить, габариты насоса просто в 3 раза меньше. Меньше сам мотор, меньше сама ракушка, которая накачивает воду в систему полива, меньше сам трубопровод. Это было заказано, рассчитано у Института полива, они нам посчитали. Мы дали им площадя полей, мы дали им количество растений, какая у нас труба. Они нам посчитали и спроектировали эту насосную станцию. То есть вот эта вот малютка поливает 50 гектар новых полей. Также агрономы не верят в хорошую погоду, не верят в хорошие условия и всегда должны прикрывать свою 5-ю точку. У нас есть дополнительная труба, которая позволяет при отключении света, у нас часто отключает свет, пригнать нашу дизельную насосную станцию сюда, на эту площадку, и подключить ее в нашу систему полива. Если у нас не будет света, мы все равно остаемся с полива. Это очень важная часть полива. Я всем советую делать вот такие вот запасные вещи, так же как скважины. Не бурите никогда одну скважину большую на 50 кубов, хотя это дешевле. Лучше пробурите 2 по 25, потому что если у вас сгорит насос, если у вас сгорит один насос из одного, вы просто останетесь без воды. А если у вас сгорит один насос из двух, вы хотя бы будете поливать часть растений, ту, которую необходимо поливать. То есть если у нас не хватает воды, мы не поливаем поля, мы поливаем только контейнерную площадку, потому что мы понимаем, что контейнеры, не полив один день, они просто погибнут, а в полях с растениями все будет нормально. Итак, мы приехали на наше поле. Поле посажено буквально 3 недели назад. И здесь раскатан капельный полив. Здесь раскатана капельная лента, мы от нее постепенно уходим в пользу трубки, но это очень дорого, если сразу на весь объем ее покупать. Лента в разы, просто в десятки раз дешевле, чем трубка. Если лента стоит, хорошая лента стоит 2 рубля примерно за 1 метр, то трубка стоит 25 рублей. То есть это больше, чем в 10 раз. Поэтому мы постепенно уходим в пользу трубки, но не все сразу. Какие проблемы встречаются с лентой? Это первая проблема – это качество ее. Бывало такое, что мы, покупая у поставщиков, это когда мы тоже пытались экономить, мы покупали у поставщиков ленту и раскатывали ее, включали полив, и просто по всему полю фонтаны текли. То есть она уже на моменте раскатки, на моменте запуска полива уже была рваная. То есть и нам приходилось отрезать эту ленту, заново раскатывать, заново все делать. Двойная работа. Мы от этого ушли, как я и сказал, в сторону Института полива, все стараемся заказывать у них. Если у них нет в наличии, то заказываем там у проверенных 2 поставщиков. Вот у нас всего 3 поставщика полива, которым мы доверяем. В России их очень много, но мы доверяем только 3. Второй очень большой минус этой ленты – это она повреждается животными.
Раскатив вот это, именно вот это поле, раскатив капельную ленту, запустив полив, все было нормально, мы его включили отливаться примерно на 3 часа. Уйдя на обед, приходим, у нас везде фонтаны. Присмотрелись, начали вычислять, кто, может, какие-то диверсанты, может, еще кто, а это просто грачи. Грачи просто сели, расклевали нам нашу ленту и пошли фонтан. Она очень легко повреждается, она тонкая, 8 мил, поэтому мы потихонечку уходим в пользу капельной трубки. Трубку повредить, мы попробовали трубку покосить триммером, у нас не получилось. Большой минус этой ленты, то, что очень большой вылив воды, расход идет. Здесь шаг 30, вылив 1,6, капельницы стоят. То есть мы поливаем сплошняком вот эту вот полоску. Капельная трубка у нас идет слепая, и мы под каждое растение мы прокалываем отверстие в капельной трубке и ставим туда капельницу. Тем самым мы делаем индивидуальный полив, экономим воду. Здесь поливается целиком полоса, а на капельной трубке поливается только растение. Я вам это покажу, мы поедем на новые поля, у нас там только капельная трубка. Два лайфхака, как мы продлеваем срок службы нашей капельной ленты. Первое, мы раз в неделю открываем в конце ряда заглушки, чтобы спустить всю грязную воду. То есть, тем не менее, что стоят фильтра, все равно попадает какая-то грязь, какая-то пыль. Пыль накапливается в капельных лентах, и она забивает капельницы. Бывало такое, что из самой капельницы прям такой червячок из тины вылазил. Это тина из нашего пруда. Это на тех полях, где мы этого не делали. Потом мы пришли к тому, что мы раз в неделю открываем заглушку на конце ряда, включаем полив на поле буквально на там, 5 минут, и вся грязь выливается. И когда человек стоит в конце ряда и смотрит, что выливается из ленты, оттуда идет просто грязная-грязная вода. Еще один лайфхак, как мы держим поля в такой чистоте. Вы видите, у нас очень чистые поля. У нас трактор ходит как вдоль, так и поперек. Как мы снимаем капельную ленту? У нас все ряды по 100 метров. 100 метров нужно для того, что человек спокойно эти 100 метров протаскивает. Мы отсоединяем нашу капельную ленту в начале ряда, где она подключена к магистрали, не скручиваем ее, а вытаскиваем на соседнее поле. Вот это вот поле в 2 гектара, один человек спокойно за 15-20 минут вытаскивает капельницу и примерно за то же время затаскивает ее обратно. Как только капельница вытащилась, трактор идет поперек рядов, мы дальше затаскиваем капельницу, кладем ее обратно, и у нас после такой обработки остается минимальный круг, ну вот буквально вот такой круг, который нужно доработать тяпкой. Это в десятки раз быстрее, чем полоть все поле руками. Еще одна ошибка, которую мы совершали, от которой мы ушли, это лайфлеты. Лайфлет – это мягкий трубопровод. Это хорошее решение, когда нужно раскатать быстрый полив, но оно дорогое и неэффективное, очень хрупкое, мы от него ушли. Лайфлет повреждается трактором-культиватором. Если лайфлет повреждается триммером или тяпкой, он не ремонтируется. Приходится его разрезать, ставить соединительную муфту. Это дорого, это непрактично, это занимает время. Мы ушли в пользу ПВХ-труб жестких, мы их закапываем в землю на глубину примерно 70 сантиметров. Дальше от них выходят вот такие вот поводки, и уже к поводкам цепляется непосредственно капля путем вот такого вот переходника. Что это нам дает? Во-первых, мы не можем повредить трубу, у нас труба лежит в земле. Трубу, как я и сказал, мы закапываем на 70 сантиметров, это нужно для того, чтобы наш глубокий рыхлитель ходил здесь и не повреждал ее. Глубокий рыхлитель у нас ходит примерно на 60, то есть делаем запас. Также лайфлет лежит на земле, его в землю не закопаешь, а труба лежит в земле, мы культивируем сплошняком. То есть нет вот этих вот переходов, грязных участков. У нас трактор идет поперек поля и не задевает никаких труб. Итак, лайфхак, что делать с бэушной использованной капельницей, куда ее девать, чтобы ее не выкидывать. Мы делаем из нее дренажную систему. Мы выкапываем канаву примерно 60 сантиметров шириной, метр глубиной, и забиваем эту капельницу в эту канаву. Сверху стелим рубероид, и все. Дренаж работает у нас на питомнике. Мы сделали, 4-й год работает, ничего не забивается. Здорово. Не надо придумывать, куда ее девать, не надо заказывать машины для вывоза мусора. Это отличный аналог щебенки в дренаже. Наше поле, новые наши поля с лиственными кустарниками. Здесь все по-новому, делаем все по уму. В прошлом году разбили поле, дали геолокацию Институт полива. Ребята нам сделали проект, и по их проекту мы сделали здесь полив. Все работает, все здорово. Здесь слепая трубка, здесь капельницы, здесь никаких лайфлетов, все трубы закопаны. То есть все сделано по уму. Вот такую вот жесткую слепую трубку мы используем на наших полях. И вот такие вот капельницы. То есть
Под каждое растение кольца своя капельница. Вода здесь не поливает, она поливает непосредственно под корни растений. Тем самым мы экономим воду. Расход воды на новых полях по сравнению со старыми примерно разница в 3 раза. Если там 3 капельницы на 1 метр, то здесь одна капельница на 1 метр. У нас шаг посадки через 1 метр, и под каждое растение есть своя капельница. Капельницы мы используем израильские, вылив этой капельницы 1,6 литра в час. За моей спиной поле. Поле посажено 20 апреля, и здесь ходил только культиватор. Вы видите чистоту этого поля. Сюда не заходила нога человека, никто здесь тяпкой не работал. Вот в таких вот чистых условиях мы держим поля. А поля мы держим с помощью системы черного пара. Я в июле подробно сниму про то, как мы готовим поля, какие мы препараты используем, какую технику используем, сколько мы готовим наши поля и почему это стоит делать и сколько денег вам экономит правильная подготовка почвы. Итак, мы на поле с аллейно-парковыми деревьями. Это наши новые поля. Посадка прошлого года, и здесь мы делали полив уже нормально, без всяких ошибок, которые мы прошли, шишки набили. Здесь подвешена слепая трубка с капельницей, которая капает непосредственно под само дерево. То есть поливом мы формируем компактную корневую систему, вода не расходится, корни питаются непосредственно у стволовой зоны. Также мы вносим удобрение через полив. Мы подвесили нашу капельницу специально для того, чтобы здесь ходил трактор с межкустовой обработкой. Руками здесь не пользуется. 2 года здесь никто ничего не делал. Вот такое состояние травы, вот такое состояние полей после 2 лет выращивания на этом поле. Как вы видите, сорняков очень мало, с учетом того, что здесь нет абсолютно ручного труда. Капельница подвешена примерно на 70 сантиметрах. Это нужно для того, чтобы лапа ходила, не задевая наш полив. И обязательно капельница подвешивается на бамбук, не на само дерево. То есть она подвязывается за сам бамбук. Вот зачем мы подвязываем нашу капельную трубку, чтобы наш межкустовой культиватор ходил и не повреждал нашу систему полива. Никакого ручного труда, порядка 5-7 гектар данный трактор проходит и культивирует нам наши поля, держим вот в такой вот чистоте. Итак, у нас большая проблема на нашей территории – это отсутствие воды как таковой. Мы бурим скважину на 180 метров, и у нас максимум 18 кубов. При наших масштабах воды нам катастрофически не хватает, поэтому мы вынуждены копать вот такие вот аккумуляторы воды. Это наш один из наших прудов, у нас их 6. Еще планируем копать еще 3. Выбираем места с понижением, где были бывшие русла реки, чтобы весной вода аккумулировалась, скапливалась, и нам было чем поливать. Данный накопитель сделан на контейнерной площадке, вся дренажная система сведена вот в этот пруд, и вся лишняя вода, которая во время полива не попадает в контейнер, она стекает именно сюда. Тем самым мы делаем циркуляцию воды, и она просто так у нас не уходит. Мы ее очень сильно бережем, так как у нас ее просто катастрофически не хватает. Данный накопитель 30 тысяч кубов. Нам его, конечно же, не хватит. Если включить на максимум полив, когда мы поливаем в пик сезона, в пик жары, этот накопитель уйдет буквально за 15 дней. Буквально вчера вода была еще вот здесь. То есть мы за один день выкачали примерно 25-30 сантиметров с поверхности воды. Вы представьте, всю площадь этого пруда, это просто 1000 кубометров воды мы отсюда забрали за один день. Наступает опять жара, буквально неделю стояла жара, у нас пруд на 1,5 метра опустился, сейчас обещают еще 2 недели жары, и я думаю, мы за эти 2 недели дойдем до дна этого пруда. То есть мы возьмем отсюда максимум. Дальше у нас есть еще 5 накопителей, 3 из них уже подключены к общей системе полива. То есть мы с этого пруда дизельные станции перекачиваем воду в наш основной пруд, где у нас стоят фильтра, где у нас стоит система фертигации, где у нас стоит насос, который раздает полив по всему питомнику. Также 3 пруда подключены к этой системе. Мы будем брать воду оттуда. То есть постепенно мы берем пруды. Мы надеемся, что сейчас пойдут дожди и хоть чуть-чуть наполнят наш пруд. Пруд обошелся 6 миллионов рублей. То есть это не дешевое удовольствие. Это все-таки очень дорого, потому что надо снять землю, надо выкопать и эту землю куда-то перевести. Техника сейчас стоит просто баснословных денег. Ошибки при выкопке пруда, во-первых, это место расположения этого пруда. То есть вам надо пруд делать так, чтобы в него попадала вода. В идеале делать его рядом с руслом реки, чтобы можно было туда его завести, либо родники, чтобы была подпитка воды. Или как сделали мы, у нас этот пруд наполняется каждый день,
той водой, которая стекает с полива, которая не попала в растение. Это наша насосная станция, которая, она мобильная, она перекачивает нашу воду из всех прудов в основной пруд. Она дизельная, мотор Джон Дировский стоит, большая помпа высокой производительности. По-моему, 500 кубов в час она перекачивает на максимальных оборотах. Она цепляется за трактор, мы ее привозим на стационарные места, подключаем шланг и качаем воду уже в основной пруд. Стоит она порядка 3 миллионов рублей, но когда мы ее покупали, сейчас, конечно, дороже. Это тоже не дешевое удовольствие. В день она потребляет солярки порядка 250 литров. То есть каждый день мы заливаем в нее 250 литров. Электричество ко всем прудам не подтянуть, электричество тоже дорого. Это столбы, это провода, это трансформаторные станции, поэтому вот наш вариант, как мы выходим из ситуации. Она проста в обслуживании, единственное, надо следить за двигателем, двигатель Джон Дировский, надо его обслуживать, надо обслуживать помпу, надо все смазывать. Если этого не делать, она выйдет из строя. Большая проблема на том месте, где вода всасывается, мы поставили сетку, так как очень много мусора вытягивалось с этих прудов и тянуло на наш основной пруд. Самая главная наша ошибка была в том, что мы не знали, как сделать дамбу. Мы выкопали накопитель зимой, насыпали дамбу и думали, она будет держать, скинули сюда одну трубу. И у нас весной, когда пошел большой поток воды от таяния снега, у нас начал размывать ее. Мы сюда поставили большой экскаватор наш Hyundai, и он дежурил здесь. То есть он реально стоял сутки. Если мы видели, что дамба подмывает, он прямо в моменте накидывал сюда земли, песка, трамбовал, чтобы ее не смыло. Так мы прожили в страхе ровно 2 месяца. Когда все это закончилось, подсохло, мы решили сделать нормальную дамбу с нормальным выходом воды, с нормальным водогасителем. Мы хорошо ее утрамбовали, то есть мы сняли вообще весь грунт. Мы сыпали по 10-15 сантиметров и катали катком. И так послойно мы подняли эту дамбу на 2,5 метра и сделали вот такой вот бетонный водоприемник, который отводит лишнюю воду из нашего накопителя. Вода уходит дальше вниз по течению. Здесь раньше была речка, давно-давно, в 1850 году. Река, по-моему, называется Малый Шатец. И, то есть вот наш пруд стоит на старой маленькой реке. Еще одна ошибка была. Мы хотели поставить одну трубу. Потом мы поездили по питомникам, поездили по садам, поговорили с ребятами, кто делал пруды. Нам посоветовали сделать 2 трубы. То есть если одна труба не справляется, то 2 трубы справятся 100%. На новых полях мы делаем еще большего диаметра и делаем 3 трубы. Трубы стоят дорого, бетон стоит дорого, но лучше мы потратим деньги, чем нашу плотину смоет полностью. Итак, под моими ногами проходят 2 трубы бетонные, и они попадают вот в этот лоток и в водогаситель. Если этого не делать, это тоже одна из больших ошибок в проектировании, в строении дамб. Если этого не делать, то вода, когда вытекает с труб, она просто размоет эту дамбу. То есть этого делать нельзя. Мы поставили бетонные лотки, полностью их закрыли бетоном, чтобы они были соединены, чтобы вода не подмывала под них, и сделали специально водогаситель. Если водогаситель не делать, он также вытекает с лотков, он подмывает под лотки, и все это обрушится. Поэтому необходимо это делать. Если вы этого не сделаете, вашу дамбу весной смоет 100%. Также, поездив по коллегам, по садам, у кого есть подобные пруды, подсмотрели такую вещь. Будем ее делать в этом году 100%. Застелим пруд по кругу геосеткой. Для чего это надо? Вы видите, что пруд как бы идет ступеньками. Это из-за того, что ветер гонит волну, и волна подмывает, вымывает наш грунт. В прошлом году этого не было, когда мы сделали этот пруд. Берег был идеально ровный, и не было вот этих ступенек. Волны потихонечку размывают наши берега. Чтобы этого не было, будем стелить геосетку по всему периметру нашего пруда. Друзья, если вам был полезен этот ролик, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых видео, и до новых встреч!